Всем привет, с вами Веселый Кот, продолжаем играть игру Enlisted. Я сейчас записываю видео по одному бою, чтобы они не были длинными. Надеюсь, все понимаете, почему. Так, вот у нас как раз и завершили тренировку, обучение. Так, как только мы их сократим, я потом хочу повыбивать бойцов. Штук 30-40, посмотрим, сколько хватит места. Но не меньше 30, это точно. Так, у нас здесь пока вроде никого готового больше нету. Пойдем дальше прокачиваться и добивать 21 уровень. Начали. Так, село Покровское, захват. Все-таки я немножко не выдерживаю. Давайте зайдем за танчик. Немножко фрагов набьем. Потом продолжим качать и уже штурмовать. Там, видимо, кто-то сильно испугал наш танк союзный, что он решил уйти. Сейчас мы его подменим на поляне, ребят. Я сейчас обстреливаю, просто проверяю, нет ли там солдат противников. Чтобы они мне в глушак бомбочку не засунули. Вроде бы, ребят, ни одного крестика я не видел, даже случайно, что кого-то зацепил. Поэтому давайте пойдем дальше. Так. Попробуем. Опа, на. Решить проблему вот с этим танком. Быстренько сейчас попробуем. Вот так вот, прям быстренько. Прям вот так вот, ребят, быстренько надо решать проблему с этим танком. Вот так вот прям, да? Пускай знает, что это такое, связываться с нами. Так. И дальше потихонечку будем продвигаться. Так, вот там, по-моему, еще один, да? Нет, нет, не так. Есть. Я думал, он пробежал, он просто встал, чтобы... Так. Так, вот он. Ну что, стрельнул, да? Сразу. Стрельнул. Зачем же ты так встречаешь гостей? Так зло. Опа, не ту кнопочку нажал. Так, тут наши бегают бойцы. Так. Так, повыше надо поднять. Так, вот так вот, нормально. Где-то вот так вот. Так. То здесь добрый вечер какой-то. Он меня стрельнул. Походу с противотанковой, так полагаю. Может даже и отсюда у меня стрельнул. Я поставлю меточку на всякий случай. Так. Так, стреляет везде. Да он настроенный, смотрю, ребят, есть. Да, и, видимо, стрелял с противотанкового. Потому что у меня две гусеницы немножко подбиты. Так. Так, повыше подымем. Нет, ушли, успели прибежать. Не все, конечно, но все равно. На всякий случай. Так, подкрадывается что-то. А, обратно ушел. Точка А потеряна. Так, так, так.
Опять мне придется почищать, да, увидеть тропинку. Откуда-то что-то так. Так, давайте, ребят, я почищу здесь быстренько дорожку, чтобы мне удобнее было обстреливать их. Тихонечко. Стараемся тем же маршрутом, чтобы нигде сзади ни за что не зацепиться. Так, шмальнем-ка вот сюда вот разочек. Так, для профилактики, скажем. Так. Да, ушел танк. Я его уничтожил. Работаем, ребят, на танке, всегда прикрывая. Так, там вражеский танк еще появился один, да, как я смотрю. Давайте поможем ему. Так, 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 так. Вот он, да. Так, сразу двоих на глушняк. Так, еще. Все, я его снес. Это нам усложняет видимость опять. Не есть хорошо. Так, так. Они прям под носом вылазят. Мне кажется, они их не видят, что ли, и специально не замечают. Так, тут, видимо, еще один танк появился, да? Мы захватили
Господи, отстань. А где он? Так, я его честно не вижу. Я зато вижу тебя вот там противника. Ты пока что исчезнешь уже, вот наконец-то. Давайте вот здесь отмыло. Так. Сюда немножко для профилактики, так вот так вот. Огонь все прикрывает, здесь вот танки, видимость плохая. Ну ладно, примерно вот так вот надо играть на танке, поддерживать товарищей, обстреливать окна, точки, ну и так далее. Всем спасибо, удачи, увидимся в следующем бою. Пока.